Казани все удивительно и непонятно, признается венгерский архитектор Лернец Чернюш. Зато про экспонаты он знает все, владелец его учитель Имре Маковец. Он считал, что нужно слышать учеников, нет разницы в возрасте, есть разница и возраст. Главный принцип в работе – органика здания – часть природы. Они вырастают из-под земли, а углы тянутся к небу. Из-за этого здания и стареют, но жизнь стареющих можно продлить, а разрушенных – нет. Очень интересные формы, достаточно необычный взгляд у архитектора. Имре Маковец, он сам жил в тот период такой социализма, и нас удивляет и восхищает то, что эти работы были реализованы. Просто у меня ощущение, что я вообще в уголок Венгрии попала, честно скажу. На втором этаже наброски от руки. Приглядеться, и можно различить фазы цветения растений, органика и направление в архитектуре и философия в жизни. Именно эта церковь Святого Духа в Пакше прославила архитектора. Мужское начало и женское. Светлый ангел и темный. S-образная конструкция как символ инь-янь. Любое начало рождается от двух противоположностей. Церкви, стадионы, жилые дома, сотни зданий и десятки лет в труде. На пути от земли до неба. Его деятельность, его работа является прям национальной гордостью Венгрии. Символ продолжения – церковь Святого Михаила. Архитектор знал, не доживет. Послание: пока церковь будет строиться, будет жить венгерский народ. И церковь будет строиться. Лилия Кашварова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.